Потому что я говорю, это только начало. Если вы все думаете, что сейчас двумя штрафами вы отделаетесь, это ни хрена подобного. Сейчас система будет набирать обороты. И чем быстрее вы научитесь действовать в такой вот ситуации, тем лучше для всех. Из-за чего отказала? Из-за маски? Да. Явился, естественно, участковый, наехал на меня, что я без маски. Ну и в итоге составили на меня протокол. На тебя или на твою персону? Дело доходит до того, что они мне повторно составляют протокол. Что ты опять без маски, что ли? Да, да, что я опять без маски в здании ОВД. А ты сам туда пришел, да? Да, я пришел. Ну, вообще красавцы, согласись. Топают при каждой возможности. До дома не успеешь дойти, 5 протоколов заработаешь. Скорее всего, без тебя рассмотрели, потому что повестка была выписана. И без тебя, скорее всего, рассмотрели. Ну, то есть, одна повестка на руках. Да. Ясно, ясно. Слушай, что делать в таких случаях. Мотай на ус, это тоже уроки. Я только проснулся, у меня уже 3 звонка было. Словам ихним не верь. Они могут тебе на словах все что угодно наговорить. У тебя должны быть документы, у тебя должна быть официальная информация. То есть у тебя 3 дня осталось. Ты вряд ли это успеешь. Соответственно, пишешь 2 волеизъявления. Так, я хочу, чтобы меня ознакомили с материалами дела. Справляешь 5 способами. А потом еще желательно еще и видео заснять. И что бы они там не приняли, это можно в апелляции обжаловать. Ясно? Полицейские не имеют права составлять протокол по данной статье. Во-вторых, они должны были провести расследование. Ты можешь отложить заседание на неделю. И за эту неделю подковаться, выстроить свою стратегию. Первые шаги ясны? Действуй письменно. Они тебе на словах будут рассказывать, что мы уже давно там Марс покорили и в другие вселенные летаем. А на самом деле, как сидела у телефона, так и сидит. Но это мне надо сегодня подать? Конечно, чем быстрее, тем лучше. Если, конечно, тебя пропустят, потому что они все закрылись, у них коронакризис, якобы. Действуй, импровизируй, соображай. Нас буквально убивают, да еще и штрафуют за это. Поэтому просыпайтесь. Чем быстрее вы проснетесь, тем больше у вас шансов выжить вот в этой мясорубке. Алле. Добрый день. Привет. Подскажите, пожалуйста, я разговариваю с Антоном Булгаковым, да? Нет. Странно. Это мне этот номер дали, что можно позвонить Антону Булгакову. Ну, это... а что вы хотели от него? Мне с ним надо пообщаться. Ну, дело в том, что он не умеет общаться. Он существует только на бумаге. А, то бишь, это псевдоним получается. Ну, типа того, да. Ну, суть в том, что мне сын порекомендовал. Он говорит, или сам посмотри, или же, говорит, скину номер, говорит, Андрей Булгаков, Сургутнадзор. Вы, наверное, имели в виду Антона Булгакова? Ну да, я и про это и говорю. Не, вы сказали Андрей. Антон Булгаков, я сказал. Наверное, слышались, возможно. Возможно. Ну и что, о чем вы хотели поговорить? Ну, мне в понедельник суд, и мне сын порекомендовал обратиться к вам, поговорить с вами о общении в суде. Ну, тогда предлагаю сразу перейти на ты и говорить по делу. А, ну, нет проблем. Угу. Ну, в общем, у меня суд будет в понедельник. Угу. То бишь, это тянулось месяц, немножко так кратко раскидаю. В конце октября я пошел за корреспонденцией на почту, я с Югорска. Угу. Естественно, там туризм этот начался второй волны коронавируса и масочного режима. Почтальон меня отказал в выдаче корреспонденции, на что я позвонил в местное ОВД. Из-за чего отказала? Из-за маски? Да. Я позвонил в нашу местную ОВД, угу. И дежурную часть, чтобы вызвать участкового, ввиду того, что нарушаются мои права. И явился, естественно, участковый, и сразу таким образом наехал на меня, что я без маски, ну и тому подобное. В итоге составили на меня протокол. На тебя или на твою персону? Ну, как... Как это понимать, я не знаю, поэтому... То бишь, был составлен протокол ввиду того, что нарушение масочного режима привлекается по статье КУАП РФ 20.6.1. Угу. На что мной было составлено заявление жалобы на имя начальника ОВД. 27-го я несу утром туда... к ним на регистрацию обходящим. Буржит меня 1.5 часа, регистрирует это мое заявление. Хотя это обычно делается максимум в течение 5 минут. Mm-hmm. Это, оказывается, видно было через стекло дежурной части. Я сидел там в прихожей, это видно было, что там каждый подбегал, читал это все. В итоге у них, оказывается, и шло совещание с
совещание закончилось 1.5 часа. Слушай, ну давай без подробностей, кто там в каком носу ковырялся, каким пальцем, меня это не интересует, что они делали при этом. Давай по делу, коротко. Чем дело закончилось, в чем вопрос, в чем проблема? Ну, дело закончилось в том, что после этого совещания вышел там другой участковый. В итоге он сперва ничего не говорил, нет, а потом я уже когда на этих дежурных начал как бы повышать голос, я говорю, давайте верните мне военный билет и зарегистрируйте в конце концов мой входящий. Я говорю, я пошел и сижу за 1.5 часа. Этот участковый при обращении ко мне, естественно, начинает, дело доходит до того, что они мне повторно составляют протокол КОАП 20.6.1. Что ты опять без маски, что ли? Да, да, что я опять без маски в здании ОВД. А ты сам туда пришел, да? Да, я принес зарегистрировать входящий от того, что на меня был неправильно, ну как, не по закону составлен этот КОАП за 26-е на почте. Ну, вообще красавцы, согласись. Штопают при каждой возможности. Да, да. А они не они не пытались на тебя составить протокол, когда ты выходил оттуда? Нет. Скоро будут. До дома не успеешь дойти, 5 протоколов заработаешь. Ну да, конечно. Хотя я ему сказал, я говорю, что вчера был составлен этот протокол, короче говоря. Ну это вчера, это сегодня. Я говорю, ну нет проблем. То бишь, естественно, я им там отписал, что они своих полномочий не подтверждают. Ну такое вот, короче говоря. В общем, дело заканчивается тем, мне когда на почте составлял этот участковый 26-го, он мне сразу выдал повестку на 2 ноября в суд. 1 ноября у меня заболела супруга, была высокая температура. Я вызвал на дом врача, состояние у нее было аховое, врач будет только в течение дня, естественно, я ее оставить не мог на долгое время. Я позвонил заранее в суд и спросил, я говорю, сегодня у меня назначен суд, там секретарша, как мы вот, вообще никаких документов нет. Я говорю, ну мне дали повестку, вот сегодня явиться на суд, ввиду того-то, того-то, того-то. Она посмотрела документы, вообще, говорит, ничего нет, и говорит, если что, мы, говорит, вам перезвоним. И, в общем, тишина, замолкает это все. Ответ 10-дневный срок они не предоставляют. Когда я им написал, вот когда принес на регистрацию за 26-го их неполномочные действия на почте ихнего участкового. И получается, что позавчера я получаю ответ от ОВД, начальника ОВД нашего местного Красильникова. В общем, там, ну, блеш такая, что я не знаю, это кто это писал вообще, я вообще не знаю. Смысл документа, коротко рассказывай. Сейчас скажу. Да не надо мне читать своими словами, в двух словах. Нарушение не обнаружено или что? Что я якобы нарушил 48-й приказ Комаровой в связи с самоизоляцией и масочного режима, находился без маски, тем самым действие устанавливается административное правонарушение 500 части 1 статьи 26.1 КОАП РФ. Короче, тебе в твоей жалобе отказали, так? Да. Ну вот так и надо было сказать. И, естественно, позавчера, по-моему, тоже утром позвонил секретарь суда. Суд мне назначили на 7-е, то бишь на понедельник, короче говоря. Ну и вот с сыном разговаривал, он говорит, позвони, говорит, Сургутнадзор, вот Антону Булгакову, говорит, и пообщайся, говорит, для того, что, говорит, на телефон даже, говорит, запиши разговор, чтобы потом переслушать, говорит, еще несколько раз. Ну и, естественно, когда пойдешь в суд, уже был более-менее подком в этом плане. Ну, естественно, я не сижу, только этот, ищу информацию, собираю, чтобы... Так, смотри, все ясно. Короче, уточняющие вопросы. Протокола составлено на 2? Не понял. Протокола сколько составлено? 2 протокола? 2. Один за 26-е на почте, второй за 27-е в отделении ОВД. Так, судебные заседания, так называемые, когда по обоим назначены? Нет, по одному за 26-е. Они этот документ туда послали. Смотри, ты совершил ошибку, когда звонил секретарю и пытался выяснить, на самом ли деле там какое-то заседание назначено. А она тебе могла просто ввести в заблуждение и сказать, что нет никакого заседания. Скорее всего, без тебя рассмотрели, потому что повестка была выписана. Не, она у тебя на руках.
То есть, получается, никто не явился на данное судебное заседание. Как это все проверяется? Где, смотри, где повестка выписана, в какой так называемый суд, мировой или городской? Он у нас, по-моему, считается районный суд. Районный. Заходишь на сайт суда, дело производства, и по фамилии персоны смотришь, дату там за месяц выбираешь и смотришь, было ли заседание назначено, и назначено ли оно было, и на какую дату. Это все нужно перепроверять. Тебе, у тебя когда заболела жена, тебе надо было срочно написать волеизъявление, что, это, во-первых, взять у врача, который приезжал, обязательно справку, что жена болеет, и эту справку написать волеизъявление и эту справку приложить к волеизъявлению. Смысл волеизъявления такой, что я хочу, чтобы заседание было перенесено в связи с тем, что я не могу, у меня есть уважительная причина, что я не могу присутствовать на данном заседании. А ей прикладываешь эту справку, что болеет жена, не могу ее бросить, жена требует, нуждается в уходе. А так, получается, ты позвонил, тебе на словах сказали, нету ничего, и все, и без тебя, скорее всего, рассмотрели. Но это все, опять же, проверяется через сайт суда, так называемого. Соответственно, второе заседание назначено на когда? На седьмое? На седьмое, да. Вот то же самое, проверяешь, назначено ли оно на самом деле. Плюс у тебя, скорее всего, на руках две повестки, правильно? Нет у меня никакой повестки. Ну, ты же говоришь, получал повестку, когда тебе участковый вручил. Вот первую повестку непосредственно, когда первый протокол составлен был на почте, вот тогда он мне дал повестку на 2 ноября. Ну, то есть одна повестка на руках? Да. А да, ты говоришь, одна. Нету. Только одна. А вторую почему не вручили? А вторую он мне не вручал, когда в ОВД они на меня составляли, он мне дал только... такое предписание, я должен был явиться 28-го к 2 часам в здание ОВД для рассмотрения как бы этого дела. Uh-huh. Я явился туда, прождал там минут 20, потом уже у дежурного спрашиваю, где чё, вот он должен прибыть. Я говорю, я не обязан сидеть тут ждать, мне назначено на 2 часа, допустим. Я говорю, пускай является. Он позвонит по такому-то номеру, по внутреннему. Я позвонил, там ответила какая-то данного. Короче говоря, я говорю, так и так, мол, вот самое. А его нет, он там где-то это, и когда будет неизвестно, я говорю, я не пойму. Вы назначаете, то бишь он назначает мне явиться сюда к 2 часам для разбора полетов вот этих. Ясно, ясно. Слушай, что делается в таких случаях? У каждого участкового есть как минимум один сотовый телефон. Обычно у них 2 или 3. Надо было сразу сказать, дайте мне телефон участкового, я сотовый, я ему сам позвоню. Если бы тебе его не дали, заходишь на официальный сайт администрации вашего города, через поиск вообще пишешь там, кто твой участковый, такую фразу в поисковике, и указываешь город, допустим, Югорск, и тебя сразу, ну там поисковик сразу выведет на список всех участковых, там указаны их телефоны сотовые. И вот надо было ему позвонить и сказать, вы где вообще, я вас жду, и все такое, и записать этот разговор, что участковый уклоняется от встречи, ясно? На будущее. Ну, это уже полно, это на будущее, я понимаю. Что да, мотай на ус, это тоже уроки. И каждую ситуацию нужно прорабатывать и делать выводы правильные, как действовать в следующий раз в такой ситуации. Понятно. А дальше, получается, 7 декабря, да, заседание следующее? Да, 7-го. 10-15. А это по второму протоколу? Это по протоколу вот на почте, который 26-го был составлен. Первый протокол? Да, да. А по второму протоколу когда заседание? Вообще нету никакого заседания. Она мне не говорила, то, что она мне позвонила и вот сказала. Это... Я еще спросил, я говорю, это по какому? Ясно. За 26-го на почте? Подожди, говорит, да. Давай коротко общаться. У меня не так много времени, как ты думаешь. У меня я только проснулся, у меня уже 3 звонка было. Я еще даже воды не попил. Поэтому давай коротко общаться. Смотри, повестка у тебя одна на руках, заседание только одно назначено. Соответственно, да. Второе заседание и вторая повестка где-то потерялись. Как выяснить, я тебе сказал, словам ихним не верь. Они могут тебе на словах все что угодно наговорить. У тебя должны быть документы, у тебя должна быть официальная информация. Как минимум, я тебе пояснил, ты можешь на официальном сайте этого суда выяснить, когда назначено заседание, кто является так называемым судьей и где, по какому адресу это все состоится. Вот это ты должен первым делом выяснить. Второе, тебе нужно ознакомиться с материалами дела обязательно, то есть прийти и сфотографировать их от корки до корки. Как это делается? Сегодня какое декабря? Сегодня 4-е. То есть у тебя 3 дня осталось, ты вряд ли это успеешь.
Соответственно, пишешь два волеизъявления, точнее четыре, так как у тебя два дела параллельно идут. Пишешь четыре волеизъявления. Берем одно дело, и дальше это все распространяется на второе то же самое. Пишешь первое волеизъявление. Так, я хочу, чтобы меня ознакомили с материалами дела. Простой текст. И отправляешь пятью способами. Сейчас у меня будет видео, если успею за сегодня смонтировать. Я там буду рассказывать, сколько способов отправить. Короче, отправляешь там даже шесть способов. Вот, любым из шести способов отправляешь, и получается, они в течение трех дней должны, ну и там можешь добавить. О готовности материалов дела, и когда я могу там прийти, ознакомиться, требуют, там, не требую, а я хочу, чтобы меня уведомили по такому-то телефону, либо по электронному адресу, ну лучше, конечно, по телефону, чтобы они позвонили и сказали, что тогда-то приходите, можете ознакомиться. Вот, приходишь к ним. И фотографируешь от корки до корки полностью все дело. А потом еще желательно еще и видео заснять. То есть сначала фотографируешь каждый листок с обоих сторон. Снаружи и это, с тыльной стороны все полностью фотографируешь. А потом еще и видео снимаешь, что именно эти документы там присутствуют. Потом второе волеизъявление. Тут же также пишешь, что я хочу, чтобы дело номер такой-то, номер узнаешь на сайте, либо можешь позвонить им, узнать, какой номер дела, было перенесено на более поздний срок в связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела. И прикладываешь в качестве приложения вот это твое волеизъявление, что ты уже написал волеизъявление о том, что тебе необходимо ознакомиться с материалами дела. Они не имеют права не отложить данное заседание, потому что ты не ознакомился с материалами дела. Если они не отложат, то это нарушение права на защиту. И что бы они там не приняли, это можно в апелляции обжаловать. Ясно? Ясно. Это вот первые шаги. А дальше тебе нужно залезть в интернет и посмотреть, почитать. Материалов очень много в интернете, как защищаться по этой статье, по этому правонарушению. Во-первых, там, я тебе сразу скажу, полицейский не имеет права составлять протокол по данной статье. Во-вторых, они должны были провести расследование. Расследования, скорее всего, не было. Это тоже аргумент. В общем, смотри видео, очень много в интернете таких видео, там об этом все рассказывается. За счет вот этих двух волеизъявлений, которые я тебе сказал, ты можешь отложить заседание на неделю и за эту неделю подковаться, выстроить свою стратегию. Плюс можешь взять мои бумаги, которые я использовал, то есть там 21 документ и отводы, и требования отменить протокол. Вообще прекратить дело, исключить протокол, как составленное с нарушениями и так далее. Но первое, что тебе нужно сделать, это именно ознакомиться с материалами. Потом ты готовишь, сам изучаешь тему, потом готовишь вот эти мои бумаги по моим образцам. И дальше действуешь точно так же до заседания, все эти бумаги подаешь, а потом приходишь на заседание, и в ходе судебного заседания все эти бумаги зачитываешь и рассказываешь. Я уже кое-что-то просматривал, как бы вот это вот немножечко, да, буду вот сейчас сидеть, заниматься этим. Сегодня у меня как бы время появилось, поэтому я и позвонил. Мне вчера, по-моему, телефон скинул, вечером уже. И вот сейчас вспомнил, думаю, надо позвонить и переговорить. Ну, просматривал уже там кое-какие документы, то бишь у меня составлены заявления, требования, вот это вот, или как там его правильно назвать-то, когда я носил к ним на подпись-то, на регистрацию входящего. И там расписано все, и от корки до корки, за что и как это, и на основании чего они не имеют права. Подожди. Это все ясно, это я все слышал уже миллионы раз. Дальше вопросы есть, что делать? Ну, пока нету. Я понял. Первые шаги ясны? Услышал. Да, ясны, конечно. Не знаю, только сегодня пятница. Сейчас, конечно, позвоню туда, этой секретарше, по поводу того, что волеизъявление по ходатайству, как волеизъявление о ознакомлении дела. Зачем звонить? С каким вопросом? С вопросом о том, что меня ознакомят с материалами дела у них. Я ж тебе поясняю, на словах они тебе что угодно могут сказать. Действуй письменно. Ты что? Нет, вот, я понимаю. Первый раз, что ли, с этой системой столкнулся? Да, конечно, первый раз.
Так я тебе поясняю, не тебе на словах будут рассказывать, что мы уже давно там Марс покорили и в другие вселенные летаем. А на самом деле, как сидела у телефона, так и сидит. Это я все прекрасно понимаю, потому что завтра уже суббота, а сегодня, я не знаю, успею это или сделать, или не успею. Так я тебе поясняю, как ты потом в так называемом суде будешь доказывать, что тебя не ознакомили с материалами дела? Ты там тоже будешь рассказывать, что мне сказали, что они покорили Марс, другие в других вселенных побывали? Тебе надо документы показывать, бумаги. Поэтому делай все письменно, волеизъявление в письменном виде. С секретарем ты можешь поговорить, чтобы уточнить какую-то информацию, чтобы вытащить из нее информацию. Например, номер дела. Ясно? Ясно. Вот я поэтому и говорю, что, то бишь, как правильно это понять, в том, что сегодня пятница, завтра суббота-воскресенье. В понедельник мне уже в 10 утра. Я написать-то я напишу. Дальше-то что? Отправлю я их. Если бы еще, допустим, у меня впереди там, ну, хотя бы завтра бы пятница была, другое дело. Ты меня не услышал. Я тебе еще раз говорю. Первое, волеизъявление на ознакомление с материалами дела, а второе, о переносе заседания на более поздний срок. То есть они обязаны перенести. Но это мне надо сегодня подать? Ну, конечно, чем быстрее, тем лучше. Ну, так я вот про это и спрашиваю, что сегодня это надо подавать. Подожди, на 7 декабря заседание на какое время назначено? На 10:15. Вот они обычно работают с 9. То есть, если сегодня не успеешь, в понедельник 9 утра в канцелярию и подаешь. Если, конечно, тебя пропустят, потому что они все закрылись, у них коронакризис, якобы. Ну да, там есть такое. Так вот там я так вот разговаривал, говорит, заходишь, говорит, там приставы либо вызывают секретаршу, либо там сами несут регистрацию. Действуй, импровизируй, соображай. Понятно. Потому что я говорю, это только начало. Если вы все думаете, что сейчас двумя штрафами вы отделаетесь, это ни хрена подобного. Сейчас система будет набирать обороты. И чем быстрее вы научитесь действовать в такой вот ситуации, тем лучше для всех. Тяжелые времена идут, и они уже наступили. И они набирают обороты. Мне каждый день звонят. Одна женщина позвонила, у нее 3 штрафа за отсутствие маски якобы. У тебя 2, у кого-то еще 1. Постоянно по маскам звонят. 90% звонков это по маскам. Понятно. И мало, я вот, у меня есть ролик про маски с диоксидом титана. То есть они их мало того, что заставляют носить, так они их еще канцерогенами пропитывают. Антисептики, которые не предлагают руки смазывать, они тоже каким-то полимером пропитаны токсичным, который просто убивает легкие. И из-за этого полимера происходит отек легких. Нас буквально убивает. Да еще и штрафуют за это. Поэтому просыпайтесь. Чем быстрее вы проснетесь, тем больше у вас шансов выжить вот в этой мясорубке. Я проснулся, уже давно проснулись. Просто не сталкивался с такой, как бы, вот этой штукой. Что... Ну, конечно, не стал. Дело, тем более, что месяцы не молчали вот это вот, и все. И тут пришел такой ответ бестолковый вообще, непонятный, что это ты, кто написал. И, прочитав и думаешь, это начальник отдела написал или кто вообще это писал. Ясно, ясно. Ну, в общем, это... Что делать, ясно? Да, конечно. Добро. Да, мне нужно, я хочу разместить данный разговор для всех, чтобы все знали, что делать. Даешь добро? Конечно. Добро. Ну все тогда, благодарствую. Вам тоже спасибо. Ну лучше на ты. Да, конечно, лучше можно и на ты, я простой человек. Вот. Все, благодарствую. Давай. Ну, всех благ, удачи. Благодарю за помощь.